Библиотеке Толстого более 40 лет. Она единственная в республике, специализируется на книгах для слабовидящих и слепых. Сегодня там презентовали новое оборудование для улучшения обслуживания особенных читателей. Берем книжку, кладем на панель, она движущаяся, можно перемещать, как удобно. Ставим, закрепляем и выбираем режим. Можно чуть светлее сделать, темнее. Это электронный видеоувеличитель. Его приобрели недавно. С помощью этого прибора слабовидящие могут беспрепятственно читать. Для инвалидов по зрению в библиотеке созданы все условия для доступа к информации. В этом году по программе «Доступная среда» из республиканского бюджета выделено более 1 000 000 рублей на приобретение специальной литературы и техники. Библиотека занимает 6-е лидирующее место по Российской Федерации, 6-е место по всем показателям. Читатели активно обучаются основам компьютерной грамотности. У нас в библиотеке создан тифлокомпьютерный центр по обучению основам компьютерной грамотности. Приобретается тифлооборудование. Отдел говорящих книг библиотеки имени Толстого пользуется спросом у слабовидящих и незрячих читателей. Там можно слушать аудиокниги. Мы сюда очень часто ходим. Здесь у нас проходит объединяющие незрячих мероприятия. Читаем книги. Проводятся чаепития, диспуты, беседы, разговоры. Здесь работают очень хорошие, добрые, умные, очень чуткие и отзывчивые работники. И библиотека это для нас является отдушиной. Татьяна Трофимова, Светлана Аликимова, Александр Петров, Республика.